Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами работу. Настраиваем в этом уроке мы интеркассу. Значит, находясь авторизованным в аккаунте интеркасса, мы кликаем вот сюда вот личный кабинет. В всплывающем окне вот здесь такая шестереночка. Кликаем сюда и начинаем с первого пункта заполнять все поля. Здесь, я думаю, проблем у вас не будет. Пишем свои фамилии, имя, отчество. Ну, псевдоним, какой-нибудь ник. И выставляем пол, да? Итак, я заполнил поля. Псевдоним, думаю, указывать, наверное, не обязательно здесь. Можем после каждого заполнения пунктов нажимать вот здесь вот на кнопочку «Сохранить». Настройки успешно сохранены. Вот так выскакивает сообщение. Кликаем здесь вот на вкладку «Место расположения». Выбираем из списка здесь страну. Я выбираю «Россия». Почтовый индекс. Ваш пишем здесь. Город указываем. И прописываем свой адрес. Здесь в поле видно подсказочка у нас есть. Поэтому здесь, я думаю, сложности у вас не возникнет. Заполнили, значит, местоположение. Нажимаем сохранить. Дальше переходим паспорт и ННН. Номер паспорта. Значит, берем свой паспорт и вписываем сюда номер паспорта. Я не буду заполнять здесь свои реальные данные, так как у меня аккаунт уже здесь есть. Я здесь вам просто показываю. Дата выдачи. Здесь вот есть сбоку календарик. Можете указать вот так вот переключение по стрелкам. Месяцы, дата выдачи вашего паспорта. Кликайте по дате. Если год у вас другой, можно здесь изменить. 2003, например. Место выдачи. Пишите место, где выдан ваш паспорт, это указано в паспорте. Кем выдан, тоже в паспорте указано. И идентификационный номер налогоплательщика. Если вы не знаете, где взять этот номер, я вам сейчас покажу. Примерно бланк будет выглядеть вот так. И номер здесь находится вот здесь. Вот. То есть у вас должен быть вот такой бланк, и у вас здесь будет вот такой вот номер. Все цифры, которые здесь есть, вам нужно будет записать вот в это поле. ID, номер налогоплательщика. Я пишу произвольные цифры. Вы, конечно же, здесь пишете свой реальный ID. Нажимаем «Сохранить». Настройки успешно сохранены. Дальше переходим на вкладку «Контакты». Дальше обязательно здесь вот добавляем телефон свой сотовый. Электронную почту мы с вами подтвердили. Вот здесь написано «Подтвержден статус». Давайте нажмем на кнопочку «Добавить» и вписываем сюда свой телефон. Стоит плюс, значит, мы ставим здесь плюс 7. Записали, значит, телефон. Нажимаем вот здесь напротив «Добавить». И у нас появляется здесь ссылка «Подтвердить». Обязательно нам нужно подтвердить. Мы нажимаем на эту ссылку «Подтвердить». И нам на этот телефон, вот здесь написано, выскакивает сообщение, код подтверждения выслан на указанный вами телефон. Вот сейчас вы слышали звук, у меня пришел смс на телефон. У вас должен прийти свой номер телефона, смотрите смс-ку, код прописываем вот в этом поле. И нажимаем на ссылку «Подтвердить». Записали код от смс-ки и нажимаем «Подтвердить». Контакт успешно подтвержден. Скайп-адрес сайта компании здесь по желанию, заполнять или нет. Нажимаем на всякий случай еще раз «Сохранить». Настройки успешно сохранены. Движемся дальше, идем на вкладку «Безопасность». На вкладке «Безопасность» вы можете сменить пароль, если вам не нравится тот пароль, который вам пришел на e-mail. То есть это пароль от аккаунта интеркасса, минимально 8 символов. В общем, если вы хотите, то вы сменяете здесь пароль на другой, на свой. Дальше здесь еще есть вкладки «Доверенный IP-адрес». Раскрываем список. И здесь можно включить адрес, IP-адрес. Вот здесь есть сбоку подсказочка, можно почитать. Укажите «Доверенный IP-адрес» через запятую. Например, и здесь показано формат, как нужно записывать IP-адрес, ставить запятую, например, и ставить следующий. Если у вас, у вашего интернет-провайдера имеется статичный IP-адрес, то есть, значит, он не меняется после, например, смены, после перезагрузки компьютера, то, конечно же, обязательно здесь его запишите. Это очень качественная, надежная защита. К вам сюда никто не взломает. То есть, вас не взломают ваш аккаунт здесь. Еще зависит вот здесь от сложности пароля, да? То есть защитить надо аккаунт здесь интеркасса, чтобы наши заработанные здесь средства не взломали. Если у вас динамический IP-адрес, как у меня, значит, он постоянно меняется, если я
выключу компьютер и включу, или просто выключу интернет и включу заново, каждый раз автоматически IP-адрес у меня меняется, поэтому мне данная функция не подходит. Я делаю вход, подтверждение через электронный ящик, то есть через почту свою. Можно сделать через SMS. Ниже вот смотрим. SMS авторизация. Подтверждение вывода по SMS. То есть подтверждение вывода средств. Обязательно вот это, наверное, включаем. Вот здесь вот переключатель. Ставим так, чтобы он был зелененький. Здесь может выскочить такая ошибка. Мы ее закрываем и нажимаем сохранить. То есть мы включили здесь SMS авторизация. Пускай у нас будет. Также здесь следующая вкладка IP. Укажите разрешенные IP-адреса. Ну, я здесь, в принципе, этот пункт пропустил. Переходим в шаблоны. Здесь шаблоны данных вывода. Здесь у вас будут созданные шаблоны, то есть заполненными полями, чтобы каждый раз при выводе средств не создавать шаблон. Шаблон – это значит, например, вы хотите вывести на сбербанковскую карту заработанные средства. И первый раз, когда вы будете выводить, вам придется заполнить там тоже поля, то есть номер карты, еще какие-то данные вас попросят, там, скорее всего, ННН тоже попросят. И вот, чтобы система запомнила, там будет такая кнопка «Сохранить как шаблон», и вам потом просто будет выбрать нужный вам шаблон, который вы уже делали, да, и не придется каждый раз заполнять рутину, которая уже у вас заполнена. Все, по сути, личные данные, настройки мы с вами заполнили. Далее мы кликаем «Личный кабинет». Выбираем режим «Касса» и кликаем на кнопку «Создать вашу первую кассу». Касс может быть создано несколько, и здесь идет тип кассы. Без договора, по договору, партнерская. Ну, я не знаю, в зависимости, какая у вас цель, я вот у себя зарегистрировал без договора. Адрес сайта, опять же, видите, у нас тут сейчас сайта нет. Если вы уже знаете, какой у вас будет адрес сайта, вы его проверили, адрес не занят, можно здесь записать. Или же можете просто посмотреть, как я сейчас все делаю, а потом продолжить это все настраивать, когда мы с вами перенесем сайт на хостинг, то есть когда у нас будет доменное имя. Я пока подставлю свое тестовое имя, название кассы, напишу просто магазин, и валюта кассы по умолчанию, я выбираю рубли, нажимаю создать. Новая касса успешно добавлена. То есть, смотрите, вы сейчас можете вместе со мной создавать, пока написать здесь тестовый домен, который у вас на локальном компьютере, у вас он сменится потом. Когда вы перенесете сайт, ваш магазин на реальный домен, вы потом зайдете в интеркассу, зайдете в режим касс. Вот видно здесь в скобочках вместо нуля написано единица, да? У нас одна касса теперь создана. Потом кликайте вот здесь вот на иконку карандашик, это есть редактирование кассы, и там смените вот этот адрес. Дальше есть генерация платежной формы, это нам не понадобится, и экспорт операции, этим я тоже не пользуюсь. Значит, кликаем вот на карандашик, и видно, у нас здесь появляются еще опции, которые мы сейчас с вами будем заполнять. Адрес сайта у нас есть, название кассы у нас есть, то есть это название только для вашей созданной кассы. Описание. Здесь вот есть подсказочка, краткое описание вашего сайта. Сфера деятельности, аудитория. Можете здесь записать. Ключевые слова. Например, вот ставим магазин. То есть ключевые слова вашего магазина, именно вашей деятельности. Ставим одно слово, нажимаем Enter. Одно ключевое слово готово. То есть, например, если вы продаете коляски, то пишем коляски, там кроватки. И каждое слово нажимаем Enter после каждого слова. Категория каталога. Введите одну или несколько категорий. То есть, к каким категориям относится ваш магазин. То есть, тематика вашего магазина. Я просто возьму портал наобум. Можно выбрать несколько. Видите, тематик. Игры и так далее. А вот здесь вот есть отображать в каталоге магазинов. У них есть некий свой каталог, чтобы отображать ваш магазин. Конечно же, да, с этого каталога могут прийти люди на ваш сайт, поэтому оставим отображать. Я, честно говоря, даже не вникал, что за каталог, где это отображается, но у меня тоже стоит отображать. Дальше есть вкладки «Логотип» и «Уведомления» ниже. Мы кликаем на стрелочку «Логотип», и здесь нам нужно загрузить логотип нашего магазина. Где он будет отображаться, вы поймете позже. Позже вы это увидите. Здесь кнопка есть «Выбрать файл». Я выбираю тот же логотип, который я выбрал, когда мы создавали магазин. Он у вас вот так здесь отобразится, ваш логотип магазина. А дальше уведомления. Важный момент. Вот по СМС, по электронной почте.
и у нас все выключено. То есть, если у нас купили какой-то товар, куда вы хотите, чтобы у вас приходило вам уведомление? Я включаю телефон, и появляется вот «добавить телефон». И мы вносим, например, тот же телефон, который мы с вами указывали в контактах. Указали телефон, нажимаем «добавить». Все, телефон мы указали, и мы можем добавить еще телефон, если это нужно. И также можно сделать в дополнение, что приходило уведомление и на e-mail. Но я этого делать не буду, мне достаточно на телефон. Нажимаем вот здесь вот «сохранить». Настройки успешно сохранены. Движемся дальше. Настройки платежа. Валюта, касса у нас руб. Здесь также можно читать подсказочки. Можем добавить здесь еще какие-то валюты, но в принципе смысла нет. У нас с вами валюты меняются в самом магазине. Дальше у нас идут функции. Также здесь есть подсказочки. Если вы хотите углубиться, можете почитать. Я вам сейчас просто настрою так, чтобы у вас все было правильно и все было нормально настроено. Проверять уникальность платежа мы здесь выставляем «включить», чтобы зеленая была полосочка. И нажимаем «сохранить». Движемся дальше. Здесь оставляем все как есть остальное. Переходим в платежные системы. Интересный здесь шаг. Распределить комиссию интеркасса. Вот как я вам и говорил. И вот здесь есть подсказочка. То есть, смотрите, я выставил пополам. То есть, вот видите, касса 1,5. С моей суммы, то есть с моего товара, спишут интеркасса 1,5%. И плательщик спишет остаток. То есть, если мы выставим вот так вот, то есть касса, то есть наш магазин платит 3%, да? Я выставил так пополам. Здесь вы сами решаете, как вы хотите, как вам лучше будет. Если мы ставим вот так вот галочку полностью, плательщик без комиссии платит. Видите, текст меняется. А касса – вся комиссия. Здесь можно хитро поступить. Вы просто добавляете к сумме товара сумму комиссии. То есть товар будет чуть дороже, плательщик, этот человек-покупатель будет видеть и не будет видеть как бы другую сумму, будет без комиссии. То есть стоит, например, коляска 7500, он столько и заплатит без комиссии. Но с суммы 7500 3% сервис интеркасса снимет себе. Понятно, да, вот этот момент? То есть у меня вот выставлено вот так. 1,5% я плачу и 1,5, то есть остаток платит плательщик. И ниже, смотрите, есть еще процент платежные именно системы. То есть интеркасса, она вбирает в себя все платежные системы, да, но она не является ихним владельцем. Каждая отдельная платежная система, то есть Visa, WebMoney, Яндекс.Деньги, MasterCard, они сами по себе. У них есть своя система сбора процентов, да. И вот ниже, вот здесь вот написано, видите, данная опция определяет, с кого будет списана комиссия. Платежные именно системы, не интеркассы. Вот здесь написано, не путайте с комиссией интеркассы. То есть и у интеркассы, у этого сервиса есть комиссия, и у платежных вот этих систем тоже есть комиссия. И здесь выбираете, кто платит комиссию. Здесь можно выбрать плательщик, то есть ваш покупатель. Касса – это вы, ваш магазин. Кто платит комиссию? Ну, я оставляю касса. Следующая опция – включить-выключить. В подсказке смотрим. Если включено, новые платежные системы будут активированы автоматически, без необходимости их включать вручную. Конечно, включаем. А что это такое? Ниже есть список всех на данный момент существующих платежных систем, которые входят в интеркассу. Бывает такое, что появляются какие-то новые платежные системы, чтобы вам вручную не следить за этим, не добавлять их потом отдельно сюда. Они будут автоматически добавлены, поэтому здесь вставляем «включить». Ниже мы с вами смотрим список платежных систем, там, где пока недоступно, не обращаем внимания пока. У некоторых, видите, есть слово «активировать». Про WebMoney – это вообще отдельная тема, там намного как бы все сложнее. Я это даже не подключаю. Позже, если это будет нужно, я дам ссылку с официального источника, там подробно рассказано, как подключить отдельный WebMoney. И вот у нас, смотрите, есть единый кошелек, он уже включен, да? Сразу есть процентная ставка здесь показана. Именно платежной данной системы единый кошелек. Еще какая-то платежная система активирована. Значит, вы можете сразу нажимать «активировать Яндекс.Деньги», «активировать». То есть вы просто кликаете, и вот такое всплывает окно, и вы нажимаете «отправить». Но у вас пока здесь эту систему не активируют, кое-что нужно здесь еще будет проделать.
Об этом я поговорю позже. Вы можете, конечно, активировать. Но опять же, у вас здесь уже, вот видите, адрес сайта должен быть рабочий. Поэтому пока вы просто можете за мной настроить все, вы все равно сюда потом зайдете и все настроите еще раз. То есть, имеется в виду, когда мы переедем на сайт, на реальный домен, вы измените здесь адрес сайта. Больше тут менять, в принципе, ничего не нужно будет. И у нас здесь практически все недоступно. Есть вот тестовая платежная система, мы ее не включаем, мы ей пользоваться не будем. То есть, это просто для тестирования. Мы с вами и так потестируем. Вот у нас еще включено, вот включено и вот включено. Остальные все недоступны. Так, мы с вами нажимаем «Сохранить». То есть, у нас сейчас по умолчанию будут активны только несколько, которых вы вот здесь видели зелененькой полосочкой, да, включено. Их будет только вот несколько работать. Чтобы они все с вами заработали, давайте в конце урока этого я вам скажу, что нужно сделать. Нужно будет отправить письмо в службу поддержки Интеркассы с кое-какими параметрами. То есть вы сейчас об этом узнаете. Опять же, сайт должен быть в интернете. Дальше, смотрите, интерфейс. Здесь вот URL успешной оплаты. Здесь можно просто адрес вашего сайта вот в каждом поле оставить такой, так как у нас свои страницы успешной оплаты. Выставляем адрес такой. Опять же, не забываем, что у нас этот адрес, он сменится. Это адрес локального сейчас сервера. Сейчас просто заполняем. Потом очень легко мы здесь все поменяем, когда будет у нас все готово. Да? То есть сайт будет в интернете. Дальше вот есть здесь типы get и post. Мы здесь, вам вникать здесь в это не надо. Везде оставляем post. Везде вот здесь оставляем зеленый. И вот здесь внизу еще разрешить переопределение в запросе. Также ставим зеленый. И нажимаем сохранить. Дальше переходим в безопасность. Алгоритм подписи. Ну, у нас все здесь правильно стоит. MD5. Тоже особо вникать вам здесь не нужно. Проверить подпись в формате запроса платежа отключено. Также оставляем. И вот заветные цифры. Секретный ключ и тестовый ключ. Вот эти ключи, они нам понадобятся, когда мы подключим с вами плагин к нашему магазину. Именно вот эти ключи мы с вами заберем и пропишем в плагине. И по сути все. То есть у нас будет уже все готово. Нам останется лишь здесь в Интеркассе потом сменить адрес домена на реальный, когда мы его создадим. Подключить платежные системы, но мы там, которые недоступны, оставляем как есть. Мы отправляем письмо, специальное письмо в техподдержку Интеркассы. Письмо вот такого вида в папке с уроком вы его найдете. Смотрите, что вам нужно сделать. Для активации дополнительных способов оплаты сообщите, пожалуйста, ID кассы и URL вашего ресурса. То есть, смотрите, у нас URL еще не создан. ID кассы сейчас я вам покажу. То есть, здесь все, в принципе, понятно, да? Заполните фамилию, имя, отчество, телефон, email, Skype и прочтите все вот эти пункты. То есть, вы просто в письме, что за письмо такое? То есть, смотрите, вы переходите, здесь, значит, все мы сохранили. Настройки у нас с вами закончились в Интеркассе. Мы переходим на главную Интеркассы, наводим о системе, и вот здесь вот есть контакты. На этот email просто отправить письмо со всеми данными, которые я вам приложил в текстовом документе. То есть вот в этом вы прочитаете, что требуется, какие данные вы отправите. С просьбой подключить все платежные системы к вашему магазину. Они проверят ваш магазин, то есть он в интернете должен быть, проверит, все ли там хорошо. Обязательно, я вам от себя говорю, email, телефон, Skype на видном месте на сайте должны быть, желательно вверху в шапке. Мы с вами только телефон добавляли, можете добавить туда и Skype, и email. Они будут на это внимательно смотреть, то есть там все строго. Как только вы там разместите, эти данные лучше потом не удалять, не отключать. То есть телефоны свои, вот это нельзя менять, убирать. Как они есть, так пускай они и будут. Дальше мы переходим, кликаем вот здесь вот на ваше имя аккаунта, переходим в режим кассы. И если я не путаю, если я не забыл, то ID кассы, вот это вот как раз и есть, видите, вот здесь ID. То есть вот это вот и есть ID, укажете в письме. То есть вот он. Пишите ID кассы и URL сайт. Это первое требование, да? То есть пишите ID кассы, это вот, да? И URL вашего сайта. Просто в этом уроке немножко вперед забежал я. А на самом деле эту процедуру нам надо было сами сделать, когда у нас сайт уже в интернете. Но ничего страшного.
мы самое главное с вами основное сделали. Нам останется только сменить домен, отправить запрос и ждать в течение там 1-2 рабочих дней, когда подключатся все платежные системы. И все, наш магазин готов, мы можем принимать оплату за наши товары. Ну, конечно же, останется добавить в ваш магазин товаров, потому что если у вас много товаров, лучше нанять несколько сотрудников, чтобы быстрее магазин наполнить, да? Останется просто сидеть и наполнять магазин товарами. Вот и все, наш магазин уже будет готов. На этом я урок заканчиваю. С интеркассом мы с вами, в принципе, разобрались. Нам останется только потом протестировать, как это все будет работать. Платежные системы уже будут подключены. Посмотреть, как будет открываться все это по нажатию на кнопку «Купить». Это все мы будем проверять, тестировать. Сделаем тестовый платеж. Например, сделаем товар стоимостью 5 рублей. Попробуем сами у себя купить, посмотреть, как приходят деньги, как приходят уведомления, чтобы у нас все работало, прежде чем это предоставлять нашим покупателям. На этом здесь все, и увидимся в следующем уроке.